Люберчане впервые отпразднуют день рождения городского округа Люберцы 9 сентября, а не 16, как планировалось ранее. А вот самим люберцам в этом году исполнится уже 394 года со дня основания. Праздничные мероприятия планируется провести на центральной площади города. Также в торжестве примут участие глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий и представители администрации. День городского округа Люберцы в этом году отмечается во вторую субботу сентября. В программе праздника выступления местных творческих коллективов и приглашенных эстрадных артистов, выставки экспонатов городского музея, а также кулинарный поединок, детские и взрослые спектакли. На стадионе «Торпедо» планируются спортивные состязания и многое другое. Завершится торжество традиционно праздничным салютом. Не пропустите день рождения городского округа Люберцы 9 сентября. Екатерина Скрижалина, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.